Можно. Так, сейчас я все отключаю. Так. Авиарежим. Вот на под. Сколько секунд ждать? 5 секунд. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день. Мне очень приятно, что сегодня этот час мы проведем вместе с вами. Я приготовил для себя несколько подсказок. Это мои тетрадки, фломастеры. Вокруг меня прекрасная техническая команда, которая обеспечивает нашу сегодняшнюю трансляцию. Большое вам спасибо за это. И я так понимаю, что у нас идет трансляция на нескольких разных площадках, в том числе и в YouTube, в том числе и на портале «Генеральный директор». Поэтому сегодня мы постараемся поработать. Мне очень приятно, я задал вопрос о том, с каких городов мы с вами здесь видимся. Я сейчас буду буквально несколько секунд посмотрю. Это Тюмень, это Пенза, это Иркутск. В общем, вся страна, очень приятно. Мне очень еще более приятно, потому что во многих этих городах я побывал вместе с компанией «Генеральный директор», где мы проводим Всероссийский совет директоров. И в ближайшее время ждет нас Саратов. Поэтому собирайтесь, если сейчас есть Саратов, мы очень хотим вас пригласить на наш всесоюзный совет директоров, который мы проведем. Итак, друзья, давайте начнем. Я надеюсь, что увидите презентацию. Если вдруг вы не видите мою презентацию, дайте команду в чате, напишите. Техническая служба будет ребятам посмотрят, сделать так, чтобы все вы видели. Сегодня мы с вами начнем очень важный для меня тему. Я на нее в последнее время очень серьезно не сосредоточен. И прямо вот сейчас сюда я приехал к вам из с радио Медиаметрикс, где только что сегодня прошла передача, когда я в течение вот уже 3 лет пытаюсь изучать основы эффективности управления людьми. Для этого мы приглашаем лучших HR-директоров разных компаний. Вот сегодня мы говорили о теории организационного развития. Как вообще организационное развитие является элементом управления компанией? И мы много на эту тему говорили. Как раз сегодняшняя тема моего вебинара о том, как влиять на людей, в первую очередь, поможет нам с вами двигаться в этом направлении. Давайте перейдем к теме. По ходу я буду переходить на разные дополнительную информацию. Если вы захотите узнать более подробно, пожалуйста, пишите организаторам. Также вы можете найти меня в любой сети, социальной сети, Facebook, ВКонтакте, почта, телефон. Пишите, я стараюсь всем отвечать. Это знают все, кто побывал когда-нибудь на моих мероприятиях. Поэтому давайте стартуем. Итак, специально для того, чтобы немного добавить эмоций в нашу сегодняшнюю трансляцию, я попытался назвать ее «Самая несерьезная презентация на тему управления сотрудниками». Почему это именно так? Потому что на самом деле то, о чем мы будем говорить, это действительно очень серьезно. Несколько слов, на каком основании вообще я здесь нахожусь. Меня зовут Роман Дусенко. Я уверен, что вы это знали, когда регистрировались на этот вебинар. Последние 15 лет до этого момента я занимался банковским бизнесом. Я прошел путь от управляющего до офисом, до совладельца, председателя правления банка, а последние годы, несколько лет, я занимаюсь именно расширением и, вот, как сказать, расшариванием современной IT-технологии знаний. Знаете, вот мне показалось о том, что то, как мы сегодня работаем, как мы управляем, оно требует гораздо большего улучшения. Поэтому моя миссия большая – улучшить качество управления в России. Именно этому способствовали мои проекты «Бизнес-завтрак» и «Только вперед» – образовательный проект, который мы сейчас ведем, в том числе часть образовательного проекта «Только вперед» является работой и сотрудничеством с компанией «Генеральный директор». Движемся дальше. Итак, вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас подумали буквально несколько секунд о том, какие наиболее частые темы в области бизнес-книг или бизнес-литературы вы встречаете. Вот прям пишите в чат, это будет наша рефлексия. Я постараюсь одним глазом подсматривать туда, а параллельно двигаться вместе с вами. Пока вы думаете, я вам хочу сказать, вот смотрите, книгами завалены наши полки, интернет ломится от информации, и в первую очередь мы понимаем, что управление продажами, все верно. Вот давайте еще раз, вот скажите, какие темы наиболее частые бизнес-книг? Это управление, это делегирование, это создание компании, это управление компаниями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я вижу, вы пишете продажи, маркетинг, управление, все абсолютно верно. А почему для нас так это важно? Потому что мы с вами, с точки зрения менеджмента, с точки зрения управляющих людей, которые находятся на передовой площадке менеджмента, управляющей, мы с вами пытаемся научиться, а что же нам делать с другой стороной. Именно, смотрите, я взял такой слайд, который показывает некое сопротивление между некую вот динамику в отношениях между нами, руководителями, и как бы ими. Мне не хотелось бы делить на мир черный и белый, но действительно, все книги посвящены тому, как создать компанию,
как управлять людьми, как влиять на людей. Я хочу, чтобы вы сегодня слово «влияние» немного добавили себе в кругозор, потому что именно влияние – это самая главная тема, через которую я постараюсь провести вас в течение этого часа. Я надеюсь уложиться, но если что, вот ребята здесь не меня махнут, и я вот свернусь. Мы с вами можем продолжить, и этот первый вебинар, если вам действительно понравится, если вы захотите его продолжение, мы сможем продолжить. Обращайтесь в компанию генеральным директором, будем двигаться дальше. Итак, мы и они. Вот посмотрите, действительно, сама характеристика, как управлять людьми, как делегировать людей, как сделать их клиентами на всю жизнь, как сделать их командой на всю жизнь, как повысить лояльность. Все темы посвящены тому, собственно говоря, а почему же нам это очень важно. Да, собственно говоря, все темы бизнес-книг косвенно можно назвать одной темой. Как влиять на людей для получения результата. Ведь действительно, это менеджмент сродни фокуснику. У кого-то получается, кто-то не получается. Знаете, есть хороший, плохой руководитель, эффективный руководитель. Нет, на самом деле все не то. Суть сказать следующее. Если вам удается влиять на людей, это значит, что вы эффективно руководили. Поэтому, как влиять на людей для получения результата? Давайте посмотрим, что же происходит. Кому-то повезло, и кого-то опытом, цельными мазками удалось сложиться человеку, руководителю, построенному на своем личном опыте. Это значит, в первую очередь, конечно, элемент влияния – это страх. Как вы позволите, но я сегодня большинство систем управления в России построены на страхе. На страхе увольнения, на страхе потери работы, на страхе понижения должности, на страхе то, что тебя обойдут при карьерном росте. Так вот, первая фундаментальная вещь – это страх. Следующее добавляются какие-то навыки руководителя уже, которые он применял. Где-то, знаете, кнут и пряник. По сути, руководитель – это сочетание кнута и пряника. Но больше всего меня поражает, знаете, такие темы наиболее популярны сегодня. Я тоже вижу, мелькает в интернете, профессиональная эксплуатация подчиненных и так далее, и так далее. Вот сами задумайтесь даже на этом. Мы живем с вами в 21 веке, когда наибольшей и важной ценностью является человеческий капитал, а мы с вами ходим на темы, которая называется эксплуатация подчиненных. Ну, не до суть в этом. Итак, кому-то повезло, и у кого-то сложился формат личного управления. Сделать так, чтобы получилось. Вот я как-то управлял так, и у меня это получается. Я не знаю, как это происходит, но так или иначе, кого-то я гладил, кого-то ругал, где-то я награждал, кому-то обращал внимание, кому-то по плечу похлопал. Так получилось, что у меня система работает. А если не работает? А если то, что вы совпали, если вы совпали, например, представьте, что вы человек, который демократичен, приходите в компанию с авторитарной культурой, или наоборот, из авторитарной культуры вы были прекрасным, замечательным руководителем и попали в культуру демократическую. Полный фейл, ничего не работает. Так вот, для того, чтобы нам с вами немного посмотреть овервью, что же происходит с системами управления, что же происходит с менеджментом вообще, мы с вами пройдемся вот по четырем ключевым моментам, которые я для вас подготовил. Это формирование желательной модели поведения сотрудника. Почему сотрудники сопротивляются? Важнейший вопрос. Третье, это процесс изменения мышления сотрудников. И четвертое, какими инструментами мы будем с вами добавлять и каким образом решать. Итак, поведение сотрудников – важнейший элемент. От чего зависит поведение сотрудников? Здесь я бы хотел предложить вам некие базовые понятия. Эх, здесь PowerPoint не работает, у меня было красиво. Красивый слайд, в который вылетали стрелочки, но тогда вы видите картинку целиком. Итак, давайте представим сотрудника. Вот аббревиатура I2C2O. Она расшифровывается очень просто. I – я, 2C – два – customers и коллега, 2O – owners is others. Итак, человек, который находится в системе любой компании, он по большому счету действует в рамках пятимерной системы по отношению к себе, по отношению к коллегам, по отношению к клиентам, по отношению к собственникам и по отношению к любым другим контрагентам. И мы хотим, мы как с вами, как руководители, мы хотим с вами, чтобы он делал это с любовью. Мало того, этот сотрудник должен быть эффективен во всех этих направлениях. Как, вы спросите меня, тот же самый вопрос я задаю всем своим спикерам, которые приходят ко мне на программу. Давайте сегодня обсудим, как. Опять здесь мультик не получился, но что на этом слайде изображено? Изображено следующее. Есть человек, основа любой компании – это человек. И люди, группа людей, коллектив,
команда, как вы хотите называйте, не имеет значения. Это люди, которые создают некое коллективное мышление, корпоративную культуру. Явную-неявную, в каждой компании есть корпоративная культура. Вопрос к вам. Знаете ли вы, в чем суть вашей корпоративной культуры? И пока я буду рассказывать, напишите мне, пожалуйста, в комментариях о том, а какими критериями вы бы могли определить, какая у вас корпоративная культура. Вот это будет первый вопрос. Запомничу себе по поводу вопросов, которые буду вам задавать. Интересно будет потом почитать ответы. И вообще, у нас с вами есть возможность задавать вопросы во вкладке «Вопросы». Задавайте, я постараюсь на них ответить в процессе нашей беседы или потом после. Итак, давайте на секунду представим, что мы с вами попали на тренинг личностного роста. Я уверен, что каждый из вас был. И этот слайд был, вот я быстро перелистнул. Это слайд из фильма Джима Керри «Всегда говори да». Когда он попал на тренинг личностного роста, его пытаются поменять его ментальную картину мира. Говори жизни да. Соответственно, что это значит? Это значит, что мы с вами меняем некую картину нашего восприятия. И все тренинги личностного роста, наиболее популярные тренеры, не знаю, вот любой, откройте интернет, он завален этими предложениями. Они говорят, например, следующее. Попробуйте изменить свое мышление, и вы получите другой результат. То есть изменение мышления представлять будет замену действия, соответственно, другой результат. Обратите внимание, три шага. Первый – изменение мышления, восприятие образа мысли. Изменение действий следует другой результат. Вот это базовая картинка, которую бы мне хотелось, чтобы вы взяли для себя на вооружение, потому что именно в ней-то, собственно, кроется и суть, и весь менеджмент, по большому счету, построен вокруг этого, хотя, как бы мы думали, откуда он взялся, именно с тренингов развития личности. Так вот, вопрос, влияет ли то, что думает человек, на его поведение? И здесь мне хотелось бы предложить вам некий еще один вопрос, чтобы вам было интереснее слушать меня, чтобы мы с вами были вовлечены. Поэтому, вот как вы думаете, влияет ли то, что думает человек, и как или о чем думает человек на его поведение? Приведите, пожалуйста, некоторые примеры. Вот как вы думаете, вот какой-нибудь формальный пример, как вы думаете, что может влиять на поведение человека? Пока вы будете думать, я вам дам несколько подсказок, и мы будем с вами двигаться. Брак. Казалось бы, вот сегодня здесь мы с вами сидим. Я имею опыт 11 лет. Вот, ребят, вы замужем, женаты? Вы тоже? Вот, девушка у нас, кстати, не замужем. Вот представьте, разница между нами колоссальная. Потому что то, что накладывает брак, скажите, есть определенные качества. А то, что человек свободен, это значит, у него совсем другое. То есть его ментальные представления меняют модели поведения. Если вы не согласны, пожалуйста, кидайте в нас сюда какие-то камни. Потому что материнство. Изменяется представление у женщины, а вообще о жизни в целом, у нее совсем другое поведение становится. Следующий вам приведу пример. Армия. Человек был свободен, вдруг он попадает в армию. Меняется образ мышления, меняется поведение, меняется результат. Какие вам еще привести примеры? Вот отличный пример привез, я уверен, что вы знаете, кто изображен на картинке, это Иосиф Виссарионович Сталин, крупнейший лидер, крупнейший деятель нашей истории. Так вот фраза его, жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Она взялась не случайно здесь в моей презентации, она взялась со съезда стахановского движения. Напомню вам, Алексей Стаханов и стахановцы, это целое движение было в 20-30-е годы России, когда люди, поменяв мышление, представление о объемах труда в своей голове, делали нереальные, фантастические результаты. Приведу вам пример. Тоже здесь мультики не получились, но все же. Маленькая кучка, 7 тонн. Это столько, сколько должен был вырабатывать шахтер в течение своей смены. Как вы думаете, что произошло с Алексеем Стахановым? Он выработал 102 тонны. Казалось бы, абсурд. Но вся прелесть этой картины заключается в том, что люди, когда перестали об этом думать, они выработали 200 тонн. А следующий до 600 тонн дошло. Я бы мог приводить вам кучу примеров о том, как меняет образ поведения. Знаете, есть очень интересный спортивный результат. Есть бегун по фамилии Баннистер. Так вот, милю раньше нельзя было пробежать менее чем за 4 минуты. Он взял и сделал это. Через какое-то время повторили его результат. Почему? Да по одной простой причине, что о нем, кстати, даже снят фильм художественный. Человек изменил представление о себе. То же самое вот на прошедшей Олимпиаде. Я уверен, что каждый олимпийский рекорд или рекорд мира, это когда человек меняет свое сознание о том, что в результате происходит. Вот вам еще один пример. Религия. Образ мышления меняет поведение сотрудников. Почему так важно, почему так долго мы об этом говорим? Потому что все, что мы будем с вами делать, как руководители, все, что мы делаем до этого, мы пытаемся влиять на сотрудников с точки зрения замены
их образа мышления и получения нам необходимого уровня моделей поведения, которые нам необходимы. Ну и последнее, здоровый образ жизни. Конечно, человек меняет свое поведение, не употребляет алкоголь, бегает, занимается спортом. И в целом меняется так его жизнь. А давайте попробуем посмотреть, а как это все связано с нами, с вами, с каждой компанией, которая существует. Трагическое прошлое страны. Возможно, оно было таким, но все-таки примеров очень много. Я вам приведу другой пример. Например, полет человека в космос. Мало того, американцы сделали другой еще подход. Они не просто решили отправить человека. Говорит, после того, как мы отправили Алексея Гагарина в наш космос, они сказали, а мы отправим человека на Луну. А потом еще добавили, вернем его обратно. Вот вам, пожалуйста, смена парадигмы мышления и результат поведения. Так вот, давайте развернемся на 180 градусов в корпоративной культуре. Что же нам происходит? Почему коллективное мышление? Компания, как вы нам говорили, с 5-7 человек, с 10 человек, невероятно сложный организм. Это примерно похож на структуру мозга человека. Это сложнейший элемент, потому что корпоративная культура формирует нам с вами коллективный образ мышления. Коллективный образ мышления – это мышление, составленное из сумм мышлений каждого отдельного человека. Вам кажется, что это сложно, и я просто приподнимаю, знаете, самый верхний слой организационной психологии или социальной психологии, организационной динамики. Если вдруг вы захотите коснуться глубже, а чем глубже я туда заныриваю, тем еще сложнее открываются факты взаимодействия. Поэтому информация предостаточно, я вам дам выжимку верхнего уровня, чтобы вы понимали, о чем происходит процесс, почему так важно разбираться в том, что происходит с людьми на психологическом уровне, ведь человек это сложнейшее. Психико-физиологическое существо. Итак, коллективный образ мышления. Что происходит дальше? Коллективное сознание формирует типы поведения. То, что в компании принято, а что в компании не принято, это реакции людей на те или иные события, которые происходят внутри вашего коллектива. Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю, для того, чтобы было понятно, перенесемся немного в прошлое, в детство или в школу, когда вы понимали, что были некие общности школьников, где вас принимали или вас не принимали, или вы были лидером неформальным, и вы вели себя или диктовали некое формальное поведение по отношению к другим. Вы не поверите, все ровно то же самое существует в вашей организации. Так для того, чтобы вам доказать, приведу простой, очень интересный эксперимент, который провел господа Хэммел и Прахард. Они провели эксперимент в клетку с 4 обезьянами, повесили бананы, поставили лестницу, и как вы думаете, бананы, конечно же, обезьяна, конечно же, полезла к бананам. В этот момент ее окатили из шланга холодной водой для того, чтобы показать, что брать бананы нельзя. После нескольких попыток обезьяны поняли, что бессмысленно залезать на эту лестницу, для того, чтобы достать бананы. Через какое-то время, на следующий день, обезьяну, которая залезала по лестнице, взяли и убрали из клетки, поставили другую. Но обезьяна, первым делом, увидев банан и увидев лестницу, захотела бы, конечно, взять. Но что вы думаете произошло? Другие, оставшиеся здесь, сказали ей или передали как на своем обезьяньем языке, что так делать не стоит, ты получишь холодную воду. В результате, когда поменяли всех обезьян, бананы по-прежнему остались висеть. Проблема заключается в следующем. Сколько сотрудников вашей организации не решаются сделать шаг навстречу чему-то новому или поддержать ваши какие-то инициативы только по одной простой причине. Здесь так не принято. Поэтому наша с вами цель выяснить, а какие существуют ограничивающие штампы и убеждения внутри коллективного сознания, внутри корпоративной культуры. Именно эта задача стоит перед вами. Когда вы заболели, вы идете к врачу, и врач вам определяет, вот такие-то вам необходимо сдать анализы. После того, как вы получите анализы, вы посмотрите на историю болезни, он подберет лучшие лекарства, и вы получите, наблюдая за вами динамику, как вы будете выздоравливать, доктор поставит вам диагноз, вы здоровы. Что же нам делать с точки зрения корпоративной культуры? Да примерно то же самое. Нам необходимо сначала провести диагностику. Вот сегодня, кстати, был очень интересный спикер Наталья Киршева, которая занимается проведением организационной диагностики. Она занимается дистрибуцией в России международного инструмента PDA. Она формирует и портрет личности, и портрет группы. Я еще, правда, ее не пробовал. Посмотрим, как она работает, поэтому обязательно поделюсь с вами результатами. Так вот, наша цель с вами заглянуть внутрь вашего коллектива для того, чтобы понять, а каким образом им управлять, каким образом вообще управлять этими людьми. Поэтому с точки зрения доктора нам необходимо выявить вам, как руководителю, скрытые причины нежелательного поведения сотрудников. 3 простых шага, казалось бы простых, но на самом деле сложных в реализации, но это все подсильно. Итак, выявление, формулирование, выявление,
формулирование и формирование. Вот три основные задачи, которые нам стоит с вами пройти. Итак, что же представляет из себя культура? Сейчас эта ситуация для того, чтобы разобраться с ней. Какими способами будем разбираться? Вот сегодня мы посмотрим. Наша цель, вот корпоративная культура, это сложный механизм. Я уж приведу простой пример на фоне человека. Вот попробуйте себе добавить какую-то новую привычку. Я уверен, что это будет достаточно сложно, потому что я занимаюсь личным коучингом и вот провожу программы, например, такие как самодисциплина. И пытаемся внедрить в человека какие-то новые привычки. Не поверите, из, например, 100 человек до финала, даже 7-дневного курса, доходит человек 10-15. То есть 10-15% людей готовы работать над собой. Представляете, когда это совокупная общность людей, коллективного сознания, вы пытаетесь изменить коллективное сознание. Причем, изменяя коллективное сознание, вы не работаете с каждым конкретно, вы работаете со всеми вместе, но и с каждым конкретно тоже. Поэтому двигаться нужно будет медленно, но результаты при этом будем получать достаточно большие. Ученые подсчитали, что изменение восприятия людей на небольшие доли процентов приводит к кратному изменению эффективности и производительности в целом компании. Так, что же нам будет делать? Что же нам нужно будет делать? Давайте практические инструменты выяснения, что происходит с корпоративной культурой. Первое, самое простое, я уверен, что вы эффективно им пользуетесь. Обратная связь. Для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, начните проводить систематическую обратную связь с первым кругом окружения. Потом дальше. Попросите ваших первых руководителей, чтобы они стали вашими союзниками. Дайте им технологию проведения обратной связи и соберите информацию для того, чтобы потом определить, а что же внутри нашей компании происходит. Задача очень простая. Выяснить, что мешает нам быть эффективными. Люди вам сами все расскажут. Я абсолютно вам уверен. Для того, чтобы вам было легче проводить обратную связь, вот, например, простое упражнение 5 почему или 5 why. Когда вы задаете вопрос следующий почему к тому ответу, который вы получили. И ровно на 5-м, на 6-м вопросе вы получаете некую истинную причину. Например, проводя стратегические сессии в компаниях, мы вот пытаясь анализировать, там, проводя SWOT-анализ компании, мы когда подходим, а что же явилось причинами формирования вот таких результатов на сегодня? И когда ты начинаешь разговаривать с топ-менеджментом, они говорят, сначала выходят какие-то общие причины, потом разные... знаете, вот вещи притянутые за уши, а потом, когда ты начинаешь уже конкретно с ними рассказывать, слушай, но на самом деле у нас происходит такая-такая ситуация. Примеры, совокупные примеры, агрегированные ограничивающих штампов убеждений я вам приведу. Итак, следующий важнейший элемент, я уже о нем употребил, об этом информация, это SWOT-анализ. SWOT-анализ, когда вы смотрите матрицу, делаете. Да, она простая, да, она всем известна, но научитесь ее делать. Делайте ее эффективно, и вам станет гораздо понятнее, что происходит с компанией. Так вот, SWOT-анализ верхнего уровня, слабые, сильные, возможности, угрозы, а потом вы задаете дальше вопросы, почему? Почему это так? Смотрите окно возможностей на пересечении сильных сторон и возможностей. Вот тогда вам открывается картина внутри вашей компании. Дальше. Ну и стратегическая сессия. Сегодня это один из важнейших элементов. Я вообще считаю, что стратегическая сессия это базовый с точки зрения иерархии совещательный процесс, когда мы с вами из людей, с помощью групповой динамики, фасилитации, создаем, ну, того, что вообще раньше не существовало. Мы создаем некие прорывные идеи, прорывные технологии в сознании людей. А на самом деле можно и так, когда люди с объединенной общей целью, в определенной атмосфере, созданной правильной, с дизайном этой стратегической сессии, создают очень интересные подходы. Итак, еще один инструмент – сторителлинг. Ваша цель как руководителя через истории, рассказанные или подчеркнутые где-то еще, попытаться вывести людей на откровенный диалог для того, чтобы услышать, а что является ограничивающим штампом убеждений. Напомню, что мы с вами сейчас пытались найти способы, я вам давал практические инструменты, как разобраться с корпоративной культурой для того, чтобы мы с вами могли понять, а что с ней происходит? Какие сегодня, вот какова сегодня моя корпоративная культура? Еще один прекрасный элемент, если у вас есть больше времени, чем такой, знаете, экспресс-диагностика, попытайтесь
поговорить с людьми. А что является определяющей нашей корпоративной культуры? Какие правила, какие истории, подтверждающие нашу корпоративную культуру, могут быть? Вспомните, ведь корпоративная культура, это, знаете, это набор правил, ценностей, верований, в конце концов, даже символов каких-то. Найдите все это и посмотрите, что из себя сегодня представляет корпоративная культура. А когда вы смогли определить, что из себя сегодня представляет корпоративная культура, загляните внутрь нее, вовнутрь корпоративной культуры, посмотрите, что является причинами, штампами, ограничивающими убеждениями, которые мешают любому вашему воздействию, какой бы вы прекрасный руководитель не были, какими бы вы замечательными идеями не пришли, вплоть до увеличения плана продаж, роста компании, выход на новые рынки, но вы должны понять, что вам будет мешать. И вот вы в принципе уже готовы бежать, уже готовы, я не знаю, там, реализовывать свои программы, но в этот момент я вам говорю, подождите, стоп, прежде чем реализовывать свою программу, на секунду остановитесь и загляните внутрь своей компании. Попытайтесь найти ответы в головах ваших сотрудников. Движемся дальше. Почему сотрудники сопротивляются? Давайте посмотрим примеры. Вот я приведу вам прямо примеры, собранные мной за последние 2 года в результате проведения стратегических сессий в компании. А что же на самом деле является базовыми, фундаментальными вещами, которые мешают компании двигаться вперед? Я не буду зачитывать их все, здесь есть их несколько. Вы сможете сделать принтскрин экрана или потом поставить нашу видеозапись на паузу для того, чтобы посмотреть, как двигаться. Ну вот самые важные такие вещи. Ну тут так заведено, оно мне надо. Ассоциация с проблемой. Проблемы. То есть ты поднял проблему, тебя могут с ней ассоциировать, если ты ее не сделаешь, останешься белой вороной. Дальше мы разделили все собранные штампы убеждений по 4 основным критериям. Они в принципе в плоскости напоминают матрицу Balance Scorecard, это люди, финансы, процессы и клиенты. Вот давайте посмотрим по поводу людей. На пути к результату часто забывают о самом человеке, да? Слушай, что ты паришься, у тебя все равно здесь никто не услышит. С точки зрения процессов, сроки не выполняются. Знаете, еще мне нравится очень, вот буквально недавно на последней стратегической сессии услышал, что движение к двери гораздо важнее, чем саму дверь открыть. Понимаете, какая удивительная вещь? То есть сам процесс движения важнее результата. С точки зрения финансов, когда бизнес-план, например, декомпозируется до уровня людей, вообще не становится непонятно, откуда взялись цифры, почему мы должны их выполнять и так далее, и так далее. И вот клиенты, да, человек, вот люди считают о клиентах, что клиент это бизнес, но на самом деле за клиентом стоит конкретный человек. Вот, не слышит клиента, да, мы не хотим слушать клиента, вот мы знаем, что нам нужно делать, то мы, собственно говоря, и делаем. Так вот, представьте, что если бы у вас был идеальный мир, когда все люди были бы готовы делиться информацией, готовы были бы помогать друг другу, готовы были бы, я не знаю, поддерживать друг друга во всех начинаниях. Любая ваша идея воспринималась бы на ура. И все бы говорили, о, как классно, вот наш шеф принес новую идею для того, чтобы двигаться нам вперед. Но на самом деле происходит другой мир, мир реальный, в котором мы с вами на самом деле находимся в видении, что человек занят какими-то своими делами, его волнуют другие проблемы, в этот момент он там переживает за свои семейные какие-то обстоятельства, кто-то внутри компании создал какие-то иерархии, например, когда ты ведешь интервью с новичком, он говорит, слушай, а вот ты знаешь, в первый день, когда ко мне, я здесь пришел в эту компанию, ко мне подошел один человек, сказал, а ты вообще за кого, за нас или за них? Он говорит, я пока не за кого, первый день сегодня, но ты определяйся. Потом подошел другой человек, ты говорит, за кого? И вот понимаете, вот эти вот, вам все это нужно знать. Только у вас есть возможность на самом деле изменить эти правила. По одной простой причине, что если вы собственник или генеральный директор, или руководитель в своем подразделении, только вы в состоянии поменять это. Но если вы не будете на это обращать внимание, то культура живет по своим правилам. Это групповая динамика, почитайте об этом в интернете, социальная психология, организационное развитие, организационное поведение, психология организационного поведения. Это темы глобальные, которые вы сможете поднять. Поэтому ваша роль как дирижера, она фантастически, она очень, она важна здесь в первую очередь. Поэтому вот именно от вас зависит все, что можно сделать с корпоративной культурой. Движемся дальше. Поэтому для того, чтобы вам поменять коллективное мышление, избавиться от ограничивающих штампов и убеждений, вам необходимо поменять сам подход, вам необходимо внести изменения в корпоративную культуру. Те люди, которые, например, моего поколения еще помнят, была такая игра, когда у тебя была такая маленькая приставка, вот она здесь на фотографии, когда волк ловил яйца, падающие с разных углов в корзину. Так вот, если мы будем пытаться проводить изменения без учета корпоративной культуры, мы будем получать
получать фидбэки негативного влияния корпоративной культуры, ровно как этот волк, который будет ловить эти яйца, и хорошо, если поймает все, зачастую все нам поймать не удается. Поэтому, что же, собственно говоря, делать? Причины в головах наших сотрудников, причины в том, какова система сегодня происходит, вот что они думают. Поэтому теперь мы подходим конкретно. Мы посмотрели, что вот мы определили, что вообще все, что мы делаем, это влияние. Мы попытались понять с вами, что влияние состоит из влияния конкретного человека и корпоративной культуры. Мы заглянем внутрь корпоративной культуры, чтобы выявить, а какие существуют ограничивающие штампы и убеждения. А теперь попытаемся понять, а как же нам, собственно говоря, менять процесс изменения мышления сотрудников, как нам влиять на них, этот процесс. Человек. Мне повезло, в год назад мы с сыном были в Афинах и путешествовали, он у меня маленький видеоблогер, снимает разные видео, но у меня была другая цель, была задача побывать в Дельфах и посмотреть впрямую, вот мы увидели в музее, в Дельфах есть, знаете, дельфийский оракул, был человек, ну это такие жрецы, которые предсказывали будущее, и вот на одной из фреск есть важнейшая надпись «Познай самого себя». Толкование этой фрески, ну ученые занимаются толкованием до сих пор, но важнейшее для нас, почему я привел ее здесь, важнейший элемент для нас, в первую очередь, вот в этой части я бы хотел обратить внимание ваше на самих себя. Ведь в первую очередь любые изменения начинаются с самого себя. И по словам Махатмы Ганди, если ты хочешь изменить мир, ты должен начать с себя. Поэтому вот попытаемся разобраться с собой. А что же, собственно говоря, формирует мою модель поведения как руководителя? В чем является, что является причинно-следственной связью? Мы с вами обсудим, что вообще поведение это следствие, а причины нашего поведения, они глубоко внутри. Они находятся в наших убеждениях, в образе мысли, в ценностях, на самом глубинном уровне. Для того, чтобы докопаться до этих уровней, нам нужно будет с вами проводить серьезные работу с сотрудниками, с самим собой. Но начать ее нужно с самого себя. Поэтому мы движемся от мышления самого сотрудника, а мы должны понять, есть понять такое, знаете, я вам еще дам информацию, это я-концепция. Я-концепция, которая говорит о том, что человек все время пытается анализировать в трех плоскостях. В плоскостях самооценки, как человек сам себя воспринимает, в плоскостях идеального своего восприятия и в плоскостях плоскости, то, как тебя воспринимает со стороны. Так вот, задача человека все время в этот момент сохранить самоуважение. То есть, его защитные реакции на любые проявления внимания и изменения его модели поведения, где он может почувствовать, что его самоуважение каким-то образом снижается, или он может каким-то образом быть некомпетентен, это страх потери самоуважения. Поэтому задача здесь попытаться все время думать о том, а как мои изменения в компании, затрагивающие корпоративную культуру и затрагивающие самого человека, смогут отразиться на нем. Как мне сделать так, чтобы не вызвать сопротивление внутри человека. Поэтому движемся дальше. Важный тезис, который бы мне хотелось здесь вам передать, что управляя другими, лидер, вы конкретно, те, кто сейчас по ту сторону экрана, вы лидеры, руководители, или стремитесь ими стать, в первую очередь должны заниматься саморазвитием, самоуправлением, день за днем развивая себя. И, наверное, бы в принципе, вот этой фразы одного этого слайда хватило, чтобы там час, а может быть и неделю, разговаривать о том, а как это сделать, что это такое, почему это так важно. Поэтому я бы очень хотел, чтобы именно вот этот слайд впечатался вам сегодня в одну из важнейших идей, если у вас перед собой ручка, листочек, запишите, что управление другими начинается с того, что ты начинаешь управлять самим собой. Движемся дальше. Развитие личности. Управление собой невозможно без развития личности. Что такое развитие? Это переход из состояния А в состояние Б. Но не просто спонтанное развитие, а через оценку, через представление того, а кто, собственно говоря, кем я являюсь сейчас и кем я хочу быть. По большому счету, ведь каждый человек это отдельно взятая корпорация или компания. Компания по имени Я. Есть такое хорошее упражнение, учредительный договор, когда человек сам собой садится и подписывает его и говорит, я создал свою компанию, я Роман Дусенко, я хочу достичь таких-то целей, я обладаю такими-то ресурсами, такими-то полномочиями, такими-то возможностями для того, чтобы это сделать. И я планирую двигаться туда. Интересное упражнение, на досуге поразмыслить об этом. Итак, мы с вами еще раз вернемся к парадигме, что управляя другими, возможно, тогда, когда вы разбираетесь с самим собой. И вот ваш личностный рост должен параллельно двигаться к личностному росту ваших сотрудников. Мы понимаем, что развитие людей – это одна из главных, важнейший тренд удержания сотрудников сегодня в организации. Недавно были проведены исследования в России, которые показали, что 80% людей покинули свои рабочие места не из-за того, что у них были проблемы с заработной платой, а из-за того, что они не смогли
смогли найти общий контакт с руководителями и то, что не было развития. А, кстати, вот недавно американская ассоциация провела исследование. 60% людей недовольны своим руководителем. Об этом стоит очень серьезно подумать. Так вот, с точки зрения вас, важнейшим элементом является ваше персональное позиционирование и управление людьми. Это важнейший элемент, собственно говоря, чему сегодня посвящена наша вся с вами презентация и где люди ждут от вас ролевую модель. Об этом мы постараемся посмотреть чуть подробнее. И сейчас мы переходим к следующему. Следующему моменту, а что нужно сделать для того, чтобы получить нам необходимое поведение сотрудников? Как нам вообще добиться такого нужного нам, нужных нам моделей поведения сотрудников? Возвращаясь к первому слайду, помните, что по отношению к себе, по отношению к коллегам, по отношению к клиентам, по отношению к собственникам и по отношению ко всем другим заинтересованным лицам, вот это пятимерное состояние, когда человек в отношении этих пяти основных сил работы внутри компании должен формировать необходимые нам, руководителям, модели поведения. Как нам этого достигнуть? Давайте на эту тему немного поговорим. Хотелось бы начать с базовых понятий, которые у нас... на которых строится некий мой подход. Это человек, это основа любой компании, то есть личность. Мы с вами говорим, что именно человек, его фундаментальные представления о мире, его взгляд на жизнь, его индивидуальное мышление, а уже следующим этапом будет корпоративное мышление, связанное из суммы индивидуальных. Мы смотрим с вами, что поведение, видите на этом слайде, является следствием таких вещей, как образ мышления, убеждений и ценностей, важнейших элементов, которые помогают нам для того, чтобы разобраться, а что влияет на поведение, чтобы, на что нам нужно влиять, чтобы получить необходимые нам модели поведения. Можно водички стаканчик? Спасибо. Движемся дальше. А вот теперь сами модели поведения. Мы теперь понимаем, что поведение является следствием тех моментов, на которые мы будем влиять. И как нам это делать? Как нам влиять на коллектив для того, чтобы получить необходимые нам модели поведения? Мы формируем микрокоманды с точки зрения проектного управления и возвращаемся к той самой матрице I2C2O, где мы видим, что клиенты, коллеги и собственники и другие заинтересованные лица. Вот базовые понятия, о которых нам нужно говорить. Следующим элементом продвижения новых убеждений, новых ценностей является внутренний пиар, когда мы говорим, показываем и дистрибутируем наше мнение внутри компании для того, чтобы заменить существующие стандарты мышления, заменить существующие модели поведения на новые, которые нам необходимы. Ну и, безусловно, фундаментально, вы видели на слайде с айсбергом, фундаментально является эта ценность. Движемся дальше. Что же такое общие ценности? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Ведь ценности находятся внутри этого ядра, внутри формата, о котором мы с вами говорим. Это ценности, это то, чем живет человек. Если я сейчас вам задам вопрос, а что такое ценности, я уверен, что в чате вы мне напишите, наверное, это ключевые модели поведения, это некая определяющая личности, это фундамент человека, это определение, что такое хорошо, что такое плохо. Именно все это действительно и является составляющими ценностей. А теперь мой вопрос вам, а что и какими ценностями живете вы? Вот вы лично для себя. Попробуйте себе ответить на этот вопрос, сформулируйте их для себя. В чат писать не обязательно, просто на листочке, на ручке сформулируйте. А следующие, вот как только вы их там сделали 5 штучек, обведите черты и попробуйте сформулировать. А какие общие ценности есть в моей компании? Каких ценностей придерживается корпоративная моя культура, моя компания? И важнейшим атрибутом наличия ценностей в компании или являющийся результатом наличия общих ценностей будет являться общая цель, процесс принятия решений на основе общих ценностей, потому что, еще раз возвращаясь все время в эту матрицу пятимерную, человек, коллега, клиент, собственник и любые другие заинтересованные лица, в момент принятия решения человек действовать мог, как ему заблагорассудится. Когда вы даете ему некий фундамент управления на основе общих ценностей, вы получаете прогнозируемые модели поведения. Например, чтобы было понятно, ценность, скорость. И тогда в отношении к коллеге, если звонит телефон, и ты уже 5 там звонков пропустил, спасибо,
ты, безусловно, понимаешь, что для тебя важная ценность, скорость, вы об этом говорите, вы это продвигаете, вы демонстрируете всем своим собственным примером, что скорость это важно. Тогда говорится о том, что вы уже не сможете взять эту, не взять трубку. Вы знаете, в современных компаниях, которые используют IT повсеместно, мы сможем с вами вплоть взять, выгрузить логи тех людей из IP и телефонии и посмотреть вообще карта социальных взаимодействий. И мы будем видеть, на каких коллег человек берет трубку с первого раза, человек с третьего, кому перезвонит, кому не перезвонит. И вот мы получим некую социальную карту взаимодействия. Вот поэтому подумайте о том, что когда ваши ценности становятся во главу угла принятия решений, это определяет модели поведения. Поэтому ценности определяют, как вести себя в ситуации неопределенности, изменяет образ мышления, меняет две основные проблемы в системе управления, а это повышает ответственность и повышает уровень качества менеджмента. А самое главное, к чему мы с вами стремимся, управляет моделями поведения сотрудников. Ведь мы получаем ровно то, что мы с вами как менеджеры хотим, дает возможность профессионально развиваться, объединяет людей вокруг нового смысла, когда мы говорим, что в нашей корпоративной культуре, в нашей компании мы задаем новый смысл, она как магнит определяет, ну а с точки зрения собственника, это тот результат, к которому он стремится, повышает рентабельность управления своим собственным капиталом. То есть косвенное влияние корпоративной культуры на производственные процессы, на эффективность в целом, на конечный результат компании является повышение рентабельности капитала. Наша с вами цель – вовлечь, выиграть войну за середину, потому что любой коллектив, любая общность людей, она в целом состоит из трех неравномерно связанных между собой обществ. В самом начале активные ваши сторонники, с другой стороны не менее активные противники, и посередине то большинство, которое будет колебаться в зависимости от того, насколько вы сильный руководитель, насколько вам удастся провести эти организационные изменения, и если вам удастся их двигать вперед, то в результате люди, противники, вы от них избавитесь, придут новые люди, и в середину начнет активно вовлекаться. Вот поэтому любая программа по изменению корпоративной культуры, она долгосрочная. Как в целом, вот проекты, которые мы делаем, они длятся от года до трех. И вот буквально в прошлом году закончился очень важный, интересный проект в банке ВТБ-24. Мы делали изменение корпоративной культуры в отдельно взятом департаменте. Это субкультура внутри банка, когда мы трансформировали людей. И у нас сначала было 12 ценностей, потом 8, потом их сократили до 3. И вот уже в рамках 3 ценностей мы старались принимать решения в рамках нашей матрицы пятимерной, как вы помните, о чем я говорил, человек, коллега, клиент, собственник, любые другие заинтересованные лица. Итак, управление моделями поведения. Каким же инструментарием нам можно добиться этих целей? Если вы помните, мы начали с самой первой. А какие темы бизнес-книг для нас важны? И мы с вами выявили, какие. И поняли, что, по большому счету, все, что мы делаем, мы влияем на людей. И вот мы разобрали влияние на человека, на корпоративную культуру, какие были ограничивающие штампы убеждения, что нам может дать некие общие ценности, как они формируют модели поведения. А теперь мы подойдем к вопросу, собственно говоря, как? Каким инструментарием? Какими пассатижами, гаечными ключами мы будем двигаться? И вот теперь я подхожу к самой главной теме, о которой бы мне хотелось сегодня говорить, это модель влияния, изменение образа мышления сотрудников, модель влияния. Что я рекомендую вам почитать? Почитайте Роберта Чалдини «Психология влияния», отличная книга. Если вы наберете в Google «влияние», то вам вывалится огромное количество результатов. Начните читать. Если вам эта тема будет интересна, а вы как руководитель должны развиваться. Знаете, еще один очень важный момент. Даже сегодня в программе мы обсуждали, что да, мы можем определить разные направления развития компании. Да, мы можем снять, знаете, портрет человека. Но как человека заставить меняться? Вот главная задача. Ведь я понимаю, что у менеджеров, у них в первую очередь, у вас, это я к вам обращаюсь, и я сам был корпоративным менеджером. Моя задача была расти в карьере, двигаться вперед, достигать каких-то карьерных высот, двигаться все время выше и выше. Самая актуализация, самая реализация через получение дополнительной власти, через получение дополнительных полномочий. Именно это, наверное, является главным ключом к развитию. Но поймите, что двигаться туда без параллельно, вот представьте, что есть линейный график. Вот это ваша карьера, а рядом, даже выше над ней, идет уровень вашего развития, насколько вы эффективно развиваетесь, потому что... Если вдруг ваше развитие будет отставать, то карьерный трек, как бы он высоко не взлетел, может в любой момент оборваться. И вот здесь начинаются тогда проблемы. И борьба со стрессом, и поиски новой работы, и понятие подбитый летчик, и так далее, и так далее, и так далее. Уходим обратно.
ваше развитие, если вы руководитель, если вы ориентированы на успех, вам необходимо развиваться, это аксиома. Поэтому читаем книги, развиваемся, ищем дополнительную информацию в интернете. Моя цель – всколыхнуть у вас интерес. Интерес к этой теме, к модели влияния на сотрудников. Вообще все, что мы делаем. Вот сейчас я влияю на вас. В этот момент, где бы вы ни находились, обстановка влияет на вас. Вы влияете на сотрудников. Влияние происходит кругом, повсюду. Методов, способов влияния колоссальны. Через голос, через невербальную коммуникацию, через информацию. Но вот почитайте, углубитесь, это фантастически интересная тема. Сегодня мы с вами поговорим о 4 способах влияния, которые я предлагаю вам взять вам в свой арсенал руководителя и начать использовать прямо максимально быстро, максимально эффективно для того, чтобы получить необходимые вам результаты. От момента внедрения нового продукта, замена, не знаю, внедрения IT, замена бизнес-процессов, план продаж, любые изменения в компании могут проходить более эффективно, фактически до 4 раз может быть эффективнее результат, если вы примените модель влияния, которые помогут вам двигаться вперед. Итак, убедительная история, механизмы поддержки и... Так, у меня перестали мотаться слайды. Сейчас мы постараемся быстро решить этот вопрос. Я пока загляну на вкладку «Вопросы». Так, посмотрим, что у нас с вопросами. Добрый день. Если мешает сама система, возможно или нет, если знаем... Так, у меня тут улетело. Сейчас, одну секунду, ребят. Возможно ли изменить систему, если даже не зная проблему саботажа каждого? Но в целом, если мы понимаем, что есть саботаж, нам нужно понимать о том, какую бы мы хотели систему, какую бы мы хотели в целом, какую бы мы хотели в целом вообще свою, какую культуру бы мы хотели. Если бы мы с вами хотели культуру, я не знаю, там, с позитивным развитием, культуру, которая позволяла бы, да, тут можно не копаться глубоко, в этом можно сразу начинать внедрять для того, чтобы мы могли двигаться вперед. Поэтому вот старайтесь посмотреть, вот давайте сделаем так. Первое, что можно сделать, это попытаться спрогнозировать о том, какую бы культуру, какой производительности, какой эффективности бы вы хотели видеть. Соберитесь вы, генеральный директор, со своими топами, попытайтесь ее спроектировать, задайте какие-то основные критерии, попытайтесь сформулировать, как бы вы хотели, чтобы вели себя люди в ней, как бы вы хотели, чтобы применялось, я не знаю, там, как решения бы применялись. Вот, итак, проект культуры и внедрение ее. Мы сейчас пытаемся здесь технически отрегулировать. Я пока взгляну на следующий вопрос и посмотрим, что еще. Так, запись. Вы порекомендуете литературу для чтения, вам порекомендовали. Если можно, посоветуйте конкретную литературу по управлению сопротивлением сотрудников. Вы знаете, конкретной литературы по управлению сопротивлениями нет, но тема сопротивления как в виде, не знаю, ограничивающих штампов и убеждений вполне возможно вы сможете найти в литературе. Вот это складывается из-за того, что явно есть этот вопрос, явно, потому что мы понимаем, что если что-то не идет, то есть какой-то результат, в результате чего не получается у нас... Почему не происходит дальше движение, вот почему останавливаются изменения. Именно вот как раз в стереотипах восприятия людей, именно в стереотипах их поведения заложена вот эта задача. Мы сейчас вернемся к нашей презентации. В оставшиеся 15 минут постараюсь дорассказать все, что запланировал. Изучайте организационное поведение, изучайте предметы социальной психологии. Это важнейшие элементы, которые фундаментально на практике доказывают, как ведет себя человек. Изучайте принципы групповой динамики, вообще управление группой. Сегодня быть руководителем, это значит разбираться в этих моментах. То есть, если вы руководитель и не ориентируетесь о том, как происходят групповые процессы, какова есть динамика групповая, как мы можем управлять людьми, как мы можем, что нас ждет, какие эффекты положительные, отрицательные, как группа воздействует, динамику развития группы, формирование группы, все это, безусловно, очень важно.
важно для того, чтобы быть эффективным руководителем. Поэтому вот ваша главная цель — найти в себе силы, найти в себе задачи, спрогнозировать свой карьерный трек и сказать, а почему мне это важно, почему я хочу быть эффективным руководителем для того, чтобы управлять компанией. Вот именно вот эта задача, которая стоит перед вами. Мы попытаемся сейчас заново восстановить. Сколько секунд? Все, да? Уже можно двигаться дальше, да? Отлично. Так вот, первым, я напомню, были механизмы поддержки. Второе у нас был... это... Я стрелочками перематываю, да? Можно? Да, сейчас, одну секунду, друзья. Сейчас мы быстренько все вернем. И у нас все будет хорошо. Так вот, самые главные четыре инструмента влияния. Это убедительная история. Это механизм поддержки. Что нам нужно создать с вами внутри компании, чтобы поддержать текущие изменения? Это способности, которые вы думаете и знаете с точки зрения, какие нужны в компании. И, конечно, пример для подражания. Начнем с простого, с убедительной истории. Нет лучше способа, чем рассказать другому историю. Поэтому... Вот вспомните самую интересную историю, которую вам рассказывали, которую можно применить к бизнесу. О чем она была на самом деле? Ведь каждая собой бизнес-история несет под собой какую-то задачу. Задачу изменения мышления в процессе трансформации героя из перехода одного состояния в другое. Ну, на самом деле, все раскладывается очень просто с учением психологии. Так вот, давайте рассказывать истории для того, чтобы делиться впечатлением. Потому что история помогает вам увидеть и понять. История – это рычаг, рычаг изменения сознания, которая включает в себя аргументы, факты и эмоции. Вот, знаете, такая история, например, там, человек попал в какую-то там аварию, да, и друзья давно не виделись, они встречаются вместе, и один говорит: о, слушай, ты прекрасно выглядишь, он говорит: слушай, говорит, а машина-то до сих пор еще в ремонте. Понимаете, да, вот казалось бы, через эту маленькую историю передается сила воли этого человека. Историй можно привести огромное количество, поэтому вспоминайте свои истории, передавайте эмоции. Задача истории, которую вы рассказываете в любом изменении. Вот представьте, что вы хотите увеличить план продаж. Значит, вам нужно продать в хорошем смысле, сделать так, чтобы это стало составляющей частью вашего коллектива. Не просто план продаж, а результаты. Ради чего все это делается? Вот какое будущее станет реальностью? Подумайте об этом. Объясните в своей истории, почему изменения нужны каждому. Ведь зачастую руководители страдают, знаете, таким особенностью проклятия знаний. Когда он знает, он постоянно живет, он этот план продаж уже 20 раз переделал. Поэтому, но его-то задача, он живет в этой теме, но люди, которые рядом с ним, они это не понимают, не знают. Поэтому задача, чтобы история стала частью жизни всех коллективов, но не слухи именно, а история. Поэтому давайте пишем историю. Какими вопросами, самыми главными, потом вы посмотрите эти слайды, она вам поможет для того, чтобы создать свою историю. В сторону сотрудника, в сторону вопроса для всех. Еще очень важный момент. Когда вы человеку рассказываете историю, например, я привезу такой пример, что мы говорим, что вот наши конкуренты двигаются вперед, давайте их догоним. Это всего лишь пятая часть воздействия, влияния на каждого из ваших сотрудников, которые вы можете использовать. А ведь на самом деле существуют истории пятислойные. Ваша задача — создать историю, которая многослойная, которая помогает вам задеть все рецепторы, все состояния человека от его личности, коллектива, компании, потребителей, общества. Вот старайтесь сделать так, чтобы история максимально эффективна была. Поэтому, если вы говорите только «давайте двигаться вперед», вы используете лишь 80%, вернее, вы используете 20% от 100, еще 80% в вашем резерве. Поэтому хорошая история отвечает на вопросы «что, как и почему». Она должна быть идти от вас. Ищите истории в себе, старайтесь двигаться вот от своих задач. Используйте правильные слова и, конечно, постарайтесь быть искренними. Вы чувствуете, что я немного ускорился, потому что на самом деле нам осталось совсем мало времени, мне хочется вам выдать этот материал. И когда история ваша готова, выбирайте канал распространения. Это ваша встреча. Вы встретились в коллективе где-то, рассказали, зашли кому-то на планерку, рассказали, пообедали вместе с кем-то, рассказали, проехали вместе с кем-то в лифте, рассказали. Поэтому старайтесь искать коммуникации. Ну, конечно же, это же и ваше письмо сотрудникам. Коммуницируйте, это ваш видеоблог, в конце концов, компании. Это ваш корпоративный портал. Это все, что может помочь вам двигаться вперед. Поэтому движемся дальше. А снова и снова повторять. Это, знаете, повторение мать учения.
Вспомнил сейчас, знаете, вот у нас же, когда ты говоришь, у тебя какие-то ассоциации приходят, когда вспомнил одну пословицу, другую пословицу вспомнил. Не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Наиболее прекрасно показывает управление корпоративной динамикой, корпоративным мышлением группы, потому что там сложились свои правила. Наша цель – выявить эти правила и поменять их в нужную вам сторону. Итак, история, как интересная книга. Чем дальше, тем интереснее. Вот какие главные моменты с точки зрения первого элемента убедительной истории. Я бы хотел, чтобы у вас она осталась в голове. Какую историю своей жизни вы будете рассказывать сегодня вечером, если вы встретите своих подчиненных? И почему именно эту историю? Вот такие вам два задания. Поэтому, уходя с этой темы, подумайте о том, что вы хотите им рассказать. Движемся дальше. Механизмы поддержки. Если вы руководитель, вот, взгляните на эти фотографии. Музыкант – это постоянные репетиции. Доктор – это повышение квалификации. Художник – это постоянное развитие. А мы, как менеджеры, в чем мы должны тренироваться? Мы должны с вами развивать себя, свои профессиональные знания, навыки и умения. Понимаете, вот знания – мы должны формировать в применении их, для того, чтобы потом сформировались навыки. Вот переход от информации к знанию, это ровно, знаете, как циклу осознанного незнания к осознанному знанию. Почитайте об этом в дополнительной информации, думаю, вам будет полезно. Итак, какие механизмы поддержки изменений внутри? Вот вы заходите, давайте новый план продаж сделаем, удвоимся. А что поможет вам поддерживать эту высокую мотивацию внутри компании? Что поможет вам сделать так, чтобы это сделать? Что будет являться опорой ваших изменений? Что будет являться информированностью вас? Вот я вам предлагаю идти от себя для людей, определить свои внутренние состояния, ведь потому что люди уже мотивированы. Мы говорим, как нам мотивировать людей? Как нам сделать так, чтобы они были мотивированы? Да люди уже мотивированы, они же сегодня пришли на работу, значит они мотивированы к работе. Вопрос другой, а как сделать так, чтобы работа их была наполнена успехом, радостью, они испытывали состояние радости от работы или успеха, в конце концов, от работы. Поэтому сделать и так лучшую мотивацию — это представление об идеальной работе. Я уверен, что если я вам задам вопрос, какой для вас является идеальный офис, какое кресло для вас является удобным, неудобным, стул. Я уверен, что сейчас вы посмотрели бы на свой офис и сказали, да, есть над чем работать, наверное, вот и стул можно было бы получше, и кресло бы поудобнее, с вентиляцией для спинки, чтобы спина не потела, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это и есть идеальное представление. Идеальное место, идеальная коммуникация, удобство расположения, эргономика, столовая, лифты, все остальное, все это является составляющим радости от работы. Потому что это дорого, но и мы сейчас перейдем к понятию, как нематериальная мотивация, которая стоит 0 рублей 0 копеек. Знаете, есть очень интересный опыт, когда ты находишь случайно в автомате какую-то сдачу, в метро покупаете билетик, вдруг там, когда забираете, и вдруг там смотрите, мелочь, радость, казалось бы, от чего, 10 рублей, вдруг нежданно, негаданно. Поэтому есть такая фраза, знаете, удовлетворение равняется ощущение минус ожидание. Вот подумайте глубоко на эту фразу. Вот ваша удовлетворенность жизнью, она равняется полноте ваших ощущений минус ожидания. То есть заминусуйте ожидания и получаете ваше удовлетворение. Поэтому создайте, в конце концов, я не знаю, вот я был в запасе, был в других российских компаниях крупных. Там они создают города прямо, знаете, вот улицы пиратов, улицы звездных войн, там они сидят в разных костюмах. Дайте людям возможность идентифицировать себя с рабочим местом. Дарите сюрпризы. А это может быть абсолютно простые. Купили себе электронную книжку, скачайте, разошлите своим близким коллегам, друзьям. Говорите простые, добрые слова. Выявляйте благодарность. Давайте обратную связь. Выражайте свое признание. Я как автор проекта «Бизнес-завтрак» и полноценно считаю себя папой бизнес-завтрака в России, предлагаю вам, проведите бизнес-завтрак, пригласите на бизнес-завтрак, когда вы пьете кофе, это делаете обычно в своем кабинете, какого-то лучшего сотрудника. Дайте ему возможность пообщаться с вами на коротке. И это будет отличной мотивационной системой. Ну и следующий вопрос. Как вы проинформируете компанию об этих созданных вами методах изменений, поддержки, методах поддержки? Письмо сотрудникам. Отлично. Дайте возможность людям посоучаствовать, вместе с вами создавать эту технологию. И важный здесь момент. Хочу предостеречь. Вы знаете, можно внедрить, потом забыть, бросить. Нет, здесь это не подходит. Это пример, знаете, как вы приняли вот желание быть здоровым и жить вечно. Так вам и нужно двигаться. Вот в этом
этом суть, а залог – это долгосрочность, долговременность. Мы чуть-чуть выходим за рамки времени, может, да, еще там минут 5-10, да. Поэтому давайте двигаться дальше, чтобы успели. Что вы хотите от своих подчиненных? И второй вопрос, контрвопрос, а что вы хотите для своих подчиненных? Вот этот гэп и будет для вас пониманием того, что вам, собственно, нужно делать. Поэтому подумайте, что вы хотите от них и что они ждут от вас. Мы заходим в предпоследний формат, способности, необходимые для изменений. Это все, мы говорим сейчас о моментах, о конкретных инструментах. Как вам можно влиять на своих сотрудников для того, чтобы добиваться нужных вам моделей поведения? Анализ ситуации. Нам нужно четко понимать, и вы должны знать, что мы вообще не понимаем друг друга, мы абсолютно разные. Если вот я всегда привожу на своих тренингах или мастер-классах простой пример, прошу, подумайте о яблоке. И как только ты начинаешь спрашивать людей, это яблоко зеленое, красное, apple, сочное, кислое, сладкое и так далее, и так далее, и так далее. Представьте ситуацию, что вы сидите в аудитории или в кабинете, в офисном и говорите сотрудникам, давайте сделаем это. И в этот момент у них у всех свое собственное представление, поэтому вам нужно синхронизировать для начала свое собственное представление, потому что наш мозг, мой, ваш, мыслит по-разному, вы видите по-разному, я вижу один спектр зрения, вы видите другой, я хожу в очках, вы ходите без, вы слышите один спектр звука, я другой, вообще мы люди уникальные существа, мы думаем, что мы слышим всего небольшой диапазон слуха, мы видим совсем небольшой спектр, поэтому... Но, когда люди начинают коммуницировать с друг другом, здесь происходит чудо, уникальная групповая динамика, как я вам говорил, снова возвращаемся к теме группы. Люди начинают понимать друг друга, люди начинают создавать друг друга, развивать мозг. Мозг доказан, послушайте Татьяну Черниговскую, уникальный человек для России. Развивать мозг через общение, через обучение. Поэтому вот важные задания. Какое, на ваш взгляд, сегодня отношение сотрудников компании? Чем вы можете померить вот это состояние корпоративной культуры? Насколько сегодня те соответствуют способности тем планам и тем изменениям, которые вы хотите в компании применить? А хватит ли навыков, знаний, информированности у сотрудников для того, чтобы реализовать задуманные вами цели? Поэтому вот эти два главных вопроса, которые я бы хотел, чтобы вы на них ответили. И цель ваша – создать атмосферу внутри компании, которая позволила бы развиваться, которая позволила бы генерить интересные идеи, давать людям право на ошибку, давать людям возможность формировать свежий взгляд, давать людям формировать доверие. Доверие вообще уникальная составляющая компании. Насколько вы доверяете друг другу. Ведь сегодня мы живем в состоянии, когда такие технологии, как Agile, приходят в нашу жизнь. Когда микрогруппы, заменяющие любые письменные репорты общением друг с другом, формируют доверие. Потому что задача как можно быстрее выдать продукт. Поэтому оцените доверие в своей компании в конце концов. Вот прямо сейчас возьмите листочек бумаги и подумайте. А вот доверие в моей компании от 1 до 10. Как я думаю, где вот оно находится у меня сейчас? На тройке, на пятерке, на семерке. А потом попытайтесь доказать себе, почему это именно так, почему вы именно такую оценку в конце концов поставили. Задача дать возможность создать такую корпоративную культуру, чтобы люди могли говорить то, что чувствуешь, чтобы они могли обращаться за помощью друг к другу. И вспоминаем опять пятимерную модель, где человек, отношение к коллегам, вот эта вот ветка работает у нас сейчас очень активно. Как сделать так, чтобы люди попросили помощи, не стеснялись об этом? Уважать время других, распоряжаться временем другим. От вас зависит, как от руководителя, передавать полномочия и в то же время думать о том, что человек, это ну, человек, у него есть семья, есть жизнь после работы. Поэтому нам надо сохранять work-life balance. Однажды на одном из мастер-классов мне спросили, Роман, знаешь, вот ты рассказываешь какую-то утопическую модель, где мы, как руководители, должны стать там тем, должны думать, развиваться туда, быть такими. Да ничего я не буду этого делать. Как я работал по стринге, так я и буду работать. Как я буду их там кнутом и пряником воспитывать, так я и буду работать. Как я платил им мало, так и буду платить мало. Я говорю, да, конечно, вы имеете право так остаться. Только смотрите, если мы представим все компании примерно как, вот знаете, разрез воды от поверхности до глубины, вы находитесь в глубине. Все люди стремятся пойти к поверхности. Рано или поздно вымывание ваших лучших людей заставит их уйти от вас к другим. И это произойдет очень быстро, потому что технологии вообще меняют карту представления о работе. В ближайшее время вообще произойдет кардинальные изменения занятости, когда люди будут работать в нескольких компаниях. Это будет считаться нормальным. Я вам приведу пример. Компания, в которой я работаю коучем, мы недавно смотрели главного бухгалтера. Она говорит, слушайте, я очень квалифицированный специалист, моя зарплата превышает установленные ваши рамки. Но мне очень нравится, послушайте, бухгалтеру нравится, чем занимается ваша компания. Мне нравятся ценности, которые проповедует ваша компания.
Я, говорит она, профессионал. Поэтому мне хватит, вот все, что вы мне сказали, 4 дней. Дайте мне возможность одного дня, чтобы я работала в других компаниях удаленно. Но те компании требуют, чтобы я как минимум полдня или день пришла к ним. Таким образом, дав мне 4 дня, вы получите от меня гарантированное качество. Предоставив мне 5 день, вы получите меня за более меньшие деньги, а я в совокупности получу большие деньги. Как вы думаете, мы согласились с этим предложением? Да, конечно, согласились. По одной простой причине, что меняется кардинально подход к работодателю. Представьте такой диалог с главным бухгалтером 5 или 10 лет назад. Невозможно. Поэтому давайте движемся дальше. Основной принцип обучения. Скажи мне, я забуду. 10% остается у человека информации. Покажи мне, я запомню. Остается где-то 50-60%. И дай мне сделать, я пойму. Именно вот на этом формате мне хочется подойти к предпоследней части, когда вы даете задание, тут же внедряете в жизнь. Ваши все современные методы совещания, которые вы проводите, они переходят из раздела придумали, сделали, максимально быстро и эффективно. Поэтому ваша задача — составить карту бизнес-процесса верхнего уровня и ее основании провести диагностику болевых точек с точки зрения отсутствия знаний и навыков. Что вам нужно знать и что должны знать ваши сотрудники для того, чтобы добиться тех результатов, которые вы перед ними ставите. Финальная, последняя тема, которую я сегодня вам хочу показать, это изучение примеров. Именно доказано социальной психологией, научными деятелями, люди социологии, что влияние людей, попадающих в группу, группа влияет на людей. Авторитетные личности влияют на людей. Проводили массу экспериментов, поэтому вы, как пример, можете сделать так, чтобы люди стали следовать вашему мнению. Видите, Брюс Уиллис прекрасно сидит здесь на картинке. Вспоминаю, потому что презентация эта была в том числе адресована одному моему очень близкому человеку, который занимался продвижением Брюса Уиллиса в России. Это был такой, знаете, небольшой скрытый подарок. Поэтому пример для подражания. Когда вы четко понимаете, что вы гарантируете, самое главное изменение начинается с вас, сверху. Вы формируете желаемый образ сотрудника. Здесь у меня должно было быть видео, оно не работает в нашей презентации. Не позволит видео, да, показать в презентации? Или позволит? Нет, не позволит, неважно. Потом, кому будет интересно, пришлю это видео. Здесь смысл показываться шестеренки. Если влияние руководителя таково, что вдруг результат поведение руководителя начинает меняться, то это кардинально отличается на всех остальных, особенно на сотрудниках, на рядовом звене. Поэтому запомните, любые ваши изменения в мышлении меняют ваше поведение. Ваше поведение показывает, что принято, что не принято, может изменить корпоративную культуру. Изменение корпоративной культуры влияет изменение моделей поведения сотрудников. Таким образом, изменив себя внутри своей головы, представление о том, как вы хотите позиционировать себя как руководитель, вы сможете в перспективе правильно действия, используя механизмы влияния, обращаясь к правильным консультантам для того, чтобы помогли вам это реализовать, изменить модели поведения сотрудников. Поэтому, что на словах, то и на деле. Сказали — делайте. Если вы допустите хоть раз, вы продекларировали, но не сделали, сделали по-другому, то же самое все будет внутри компании. Поэтому, хочешь изменить мир — стань сам этим изменением. Да, это сложно. Нет более сложной работы, чем работа над самим собой. Уж поверьте мне, я это знаю. Я пошел путь своей трансформации после того, как закончил банковскую карьеру в 2014 году. И 2 года я занимался своей внутренней трансформацией. Я знаю, о чем я говорю. Именно это позволило мне оказаться там, где я сейчас. Это того стоит, я вам гарантирую. Поэтому ваша задача — повторять, ваша задача — делиться с другими своими успехами, ваша задача — быть примером для подражания. Именно пример сегодня лучший способ управления коллективом. Поэтому, друзья, мы зашли к финишу. Напомню, что мы с вами посмотрели из влияния, инструмента влияния, это управление по ценностям. Мы его коснулись косвенно. Это огромная тема, которая в рамках одного часа не уходит. Убедительная история, пример для подражания, механизм поддержки, способности, необходимые для изменения. Для чего? Для того, чтобы заменить реакцию по умолчанию. Когда вас, знаете, это вот человек похож на устрицу, у Стивена Кови написана очень хорошая третья альтернатива книги, когда мы уподобимся устрице, вот в момент, когда устрица чувствует раздражение, она схлопывает раковинами. То же самое мы наши привычки — это реакции по умолчанию. Наша цель — заменить в корпорации, в компании привычки по умолчанию, для того, чтобы они ушли безвозвратно. И на момент, когда тебе звонит человек, ты продолжаешь заниматься, ковыряться своими бумажками, если мы говорим, что ценность для нас скорость, человек начинает брать трубку.
Это значит, что он начинает думать быстрее о клиенте, это начинает быстрее думать о коллегах. В совокупности косвенно повышает лояльность, снижает коэффициент текучести, увеличивает производительность. А самое главное, повышает стабильность коллектива, что в результате приводит к экономическим результатам. Все, о чем мы говорим, все оцифровывается. Все, о чем мы говорим с вами, помогает вам достигать ваших целей. Ведь потому что, когда человек начинает сопереживать, вот это и есть источник наших изменений. Поэтому впереди вас ждет огромная дистанция прохождения пути по изменению корпоративной культуры. Самым сложным проектом вообще, который может только быть, это изменение корп-культуры. Но это невероятно интересно. Если вы сможете это сделать, вам предоставят огромные перспективы. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Лишь поделюсь с вами некоторыми секретами. Нужно делать это день за днем, day by day. Нужно вовлекать людей, влекать за собой, делать так, чтобы люди верили вам, двигаться к светлому будущему. И, конечно, праздновать успехи. Но готовьтесь к тому, чтобы встретить сопротивление, потому что что вы в первую очередь, это сопротивление. У нас на это нет времени, нам это не нужно, нам это не поможет. Я уже говорил, как с этим работать, поэтому вы уже люди готовы. Поэтому какие же результаты мы сможем получить с вами впереди? А это в первую очередь устранение разрыва между стратегией и операционной деятельностью, между тем, что в голове у вас и тем, что в голове у сотрудников. Мы сможем через раскрытие потенциала, так как мы с вами говорили, что нам необходимы новые знания, новые навыки, раскрыть потенциал каждого сотрудника. Мы сможем трансформировать людей, мы сможем повысить коммуникации, повысить вовлеченность, мы сможем с вами измерить это любыми показателями: коэффициент текучести, коэффициент увольняемости, коэффициент скорости ответа на звонки, простое оборудование, эффективность использования и так далее. Любые, берите вот любые, вот все, что вам нравится, начинайте мерить, измеряйте на входе, начинайте трансформацию себя, трансформацию корпоративной культуры, трансформацию коллективного мышления, трансформацию модели поведения, измеряйте ситуацию, и вы видите, как будет происходить изменение. Поэтому кто главный в компании по людям? Руководитель. Это самая главная мысль, самый главный вывод сегодня. Насколько вы его принимаете, насколько вы осознаете то, что именно от того, что как вы работаете, занимаясь этой самой, на мой взгляд, лучшей, гуманной, гуманистической профессией, менеджер, управляя людьми, вот, наверное, есть весь смысл и апогей всего того вашей карьеры. Собственно говоря, на этом мне бы хотелось закончить с вами, сказать вам до свидания, сказать о том, что в этом смысле было бы интересно, если вам будет задача, обращайтесь ко мне, как я говорил, пишите в любых социальных сетях, потому что для вас сегодня это все только начинается, и мне бы хотелось вам пожелать успешного дня, успешной трансформации, успешной работы с собой, успешного вовлеченности. Даже если вы сегодня, прослушав этот вебинар, скажете: ерунда какая, это сколько слышали мы этих вебинаров, я уверен, что вы уже трансформировались, потому что что-то произошло у вас, где-то в голове остались семена, которые мы сегодня с вами зародили. Поэтому, пожалуйста, возникнут вопросы, обращайтесь, пишите, обращайтесь к компании «Генеральный директор», пишите в социальные сети, я буду постараться отвечать на вопросы, мы будем приезжать в ваши города для того, чтобы мы с вами лично пообщались. И огромное спасибо генеральному директору, огромное спасибо службе технической поддержки, всем, кто сегодня помогал нам этот вебинар, всем вам спасибо за уделенное время. Ведь совокупность, вот представьте, если у нас было несколько тысяч, посчитайте, сколько стоимость нашего часа была сегодня из совокупной стоимости всех вас. Вот такая сегодня наша инвестиция в то, чтобы сделать нашу компанию, нашей компании лучше. Все это вместе поможет российской системе управления стать новой. На нас мы должны писать книги, бизнес-книги о российской системе управления, чему я буду стараться максимально содействовать, потому что каждый из вас будет изменять свою компанию, изменять свою жизнь к лучшему. Всего хорошего, до свидания.